А что в нашу контору пришел? 3 рубля. А не принесешь, будет 4. Да надоел быть чушпаном. Хочу с пацанами. Ты его привел, ты с ним и вставай. Спасибо. Пацан теперь с нами. За рожку же платить бы. 3 рубля легковушка, так-то наша дорога. Атас, видны! Когда вернулся, вижу. Зубы на нас точат. И тут вы такие... Налетели на ровном месте пацанов, от мы дохали ни за что. Мы улицы. Мы одни в этом городе люди. Со стороны черт знает, что происходит. И у вас в голове такой же бардак. Я тебя этому учила! Нельзя воровать! Они нас поодиночке сейчас будут вылавливать! Старший кто? Я. Говно на палке. Пацаны, вы поймите, здесь сейчас сильно очень все поменяется. Я что, отец скоро? А что ты дрожишь-то стоишь? Ты, мать, с ума свел. Думаешь, твои пацаны спасут себя, когда тонуть будешь? Мы их всех в землю втопчем. Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги.